Короче, я ему говорю, сейчас заберу чипсы. Он говорит, не трожь их. Я у него их взял, он начал реветь. 10 минут где-то, я прихожу опять к нему. Это что? Мне кажется, это портал. Похоже, что так и есть. Он какой-то сломанный, надпись какая-то. Эзити. Что это за город? Не знаю, ладно, пошли дальше. Нет. Мне интересно, что это. Да не, пошли дальше. Как я сказал, так и будет. Идем со мной. Ну ладно, пошли. И что это? Опять что-то странное. Пошли. Нам теперь здесь вечно сидеть? Добро пожаловать в Сити. И что? Привет, ребята. Чтобы вам выбраться из Сити, вам надо сделать маленькое задание. И какое? Не перебивайте меня. Суть испытания такого. Вам нужно выиграть людей или эзеров, которые я буду вам посылать. Если вы выиграете и попадете ко мне в базу, то вам нужно нажать кнопку «Испыти город от про». Какая скукотень? Мне не интересно. Вы не дослушали. Вам нужно нажать на кнопку и спасти город от проклятия Глич. И только тогда вы можете выйти. Удачи, точнее неудачи. И это такое маленькое задание? Чё он там говорил про проклятие? Не знаю, я тоже не слушал. Блин, мне мама сказала быть дома в 21:00, а мы здесь будем очень долго. Ах, забыл сказать, пока вы в портале, время в вашем городе замедляется. И насколько? 1 час в портале – это 1 секунда на земле. Тогда я вернусь домой в 20:00, и 1 час будем еще гулять, что ли? Вроде да. Нет времени обсуждать про время. А, стоп, я забыл, короче, идем. Вот алмазный меч для Вани, как в Майнкрафте. Спасибо. Вот один эзер для вас. Посмотрим, как вы с ним справитесь. Фух, и это только рука. Ваш черед. Вот это прикол. Как? Сам не знаю. Отлично справились. Вот вам 2 эзера на закрепление. Так, я с Ваней этого эзера, а Дима того. Как? Ну, наконец-то! Вы молодцы. Ну что ж, теперь вперед спасти город от проклятия. Удачи. Точнее, неудачи. Хи-хи-хи. Мне кажется, или кто-то смеялся? Показалось. А вот это уже не показалось. Ты тоже это слышал? Да, какой-то знакомый звук из Майнкрафта. Какой-то звук телепорта. Мы и так в майне. Привет, мистер Очевидный. Привет, Ваня. Ладно, короче, пошли. Что, Глич, что они там делают? Они обсуждали что-то про наш город. И один мальчик там не пан. Стоп! Я что тебе говорил по поводу друзей или еще что-то связано с этим? Ладно. Пошли еще и скажи мне. Хорошо. Что же они скрывают? Нам нужно как-то туда пробраться. Но как? Непонятно. Они планируют в базу пробраться. Нужно про это сказать королю. Опять? Теперь это не показалось, точно вам говорю. Даник, ты опять в Майнкрафт переиграл? Да нет, вроде бы я редко в Майнкрафт играю. Он, походу, не врет. Там фиолетовые частицы, как в Майнкрафте, когда телепортируется эндермен. Так, хватит, нужно как-то пробраться в базу и нажать кнопку. Они хотят сюда прийти и нажать на кнопку. Так, ладно, посылаем на них 10 тезеров. Пусть задержатся.